Здравствуйте, мои хорошие, меня зовут Алексей, это очередное видео, где мы отправляемся на арену Валора и будем стараться одерживать победу. Ну что, ребят, готовы, да? Поехали. Матч найден, в бой. В бой, где ждет нас геморрой, похоже. Во, давай. Брутальный парень. Ну, остается дождаться начала матча. Добро пожаловать на арену Валора. Давайте боты, чтобы быстро бегать, да? Уже пригорает. Вот, и, разумеется, занимаем центральную линию. Будем стараться сдюживать, да? Ну что, парни, в атаку! Готовы? Я нет. А ну, показывай. Здорово, братан. Чё, как же туха, братуха? Рассказывай. У тебя, мазафака, щит? Серьезно? А чё, так можно было, что ли? Да? А ну? Тосбалат! Вон, че, Михалыч. Продолжаем раздавать. Но опять же, харахуриться не стоит, потому что в каждом видео, в каждом матче может быть просто боль и унижение, да? То есть сегодня мы жухаем, завтра наш жухает, да? Вот, давайте отступаем и продолжаем раздавать. Братан, ты куда собрался-то? Ты чего? Разогнался такой. Нихера себе такой серьезный парень, да? Серьезный сельский парень. Но видишь, он ближнего боя, разумеется, ему тяжело. То есть ему надо подойти ко мне, пообщаться, так скажем, за жизнь, да? Вот, и, разумеется, блин, у него остается очень мало здоровья, поэтому... Братан, ты куда? Я скучаю без тебя. Давайте восполняем здоровье, вот, и двигаемся дальше. Ну что, крепуши, братан, зачем ты ко мне идешь, да? То есть смотри на карту. Братан, у меня все хорошо. Во, продолжаем раздавать. По-по-по. Ну чё, где ты? Выходи. Здорово. Не, разумеется, он не будет наламываться, потому что два бойца. Вот, так и будет стоять, похоже, за башней. Братан, давай, вали отсюда. Ну. Давай. Чу! Давай, раздаем. Ну, ааа. Да что такое-то? Очень мало здоровья. А, обалдеть. Братан, свали. Серьезно, только мешаешь. А, продолжаем раздавать. Ну, давай. Ничего, ребят, затаримся приколюхами, потом башню будет падать просто на раз. Ну, разумеется, пока что с уроном не все хорошо. На какой-то другой лайн бегать смысла нет, потому что, ну, коли начал на миду, да, то продолжай это делать. Вот единственное, что парень постоянно стоит, так скажем, мешает. Вот. И в этом плане ничего хорошего. У нас открывается ультимативная способность. Больше противник не сможет на шару так бегать. А, блин. А, странно, потому что я думал, что у него остается очень мало здоровья. Ну, так или иначе. А, вон он бегает с лоу хп. Это уже второй, получается, парень. Зачем ты побежал-то, братан? Ты чего, акстись? Ну, давай. Не, давай, деремся. Ну, вот так сделаем. А, не хватает. Братан, да свали ты с этого лайна. Серьезно, на миду стоит только один парень, да? Один серьезный парень. Продолжаем раздавать по башне. Сейчас, ребят, первая башня упадет, потом уже будем помогать ребятам на других лайнах, да, так скажем. Иди отсюда. Ну, давайте, мои хорошие. Чух-чух, раздаем, чух-чух. Не, бежи. Блять, бежи. О, не могу. Иди нахер, тварь. Давай сюда. Давай под башенку, давай, братан. Че так, не хочешь? А че так? А че такое, а? Восполняем здоровье. Не, давай сюда. Давай. Ну, камон. Подойди поближе, детка. А ну. Шатдаун. Во, давай, держи. Мы это сделали. Видудес, да? О, продолжаем раздавать. Парни, серьезно, вы что на меду забыли-то? А ну, давай. Я тебе дам. Тварь. Очень мало здоровья. Нет, давай башню уже дожухаем, да? И потом уже можно будет выдвигаться на нашу базу. Не, ребят, короче, ничего не знаю. Надо валить и сваливать, потому что очень мало здоровья. О,
Ничего, ничего, ребят, сейчас на миду разберемся с башней, потом уже нашим пойдем. Фух-фух делать, фух-фух. Давай, восполняем и возвращаемся на нашу линию. Ну что, твари, я вышел на тропу войны? Я тебе дам нашего жукает. Во! Вот так-то с тобой разговор короткий. Продолжаем наяривать башню, у нее остается, да, очень мало здоровья, и она уже падает. А, давайте на бот сбегаем, потому что там никого нету. Я не знаю, что ребята упарываются, бегают чисто по миду. Вот, сперва один пришел, потом остальные подтягиваются. Там намазано, что ли? В душе не ведаю, но так или иначе. А ну, кто здесь? Чего здесь? Я тебя пожухаю? Нет, 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 я так не хочу. А ну. А я вот так сделаю. Доминейт! А что ты хотела? На шару меня, да, пожухать? Я тебя пожухаю на шару. На шару не надо. Во, давай, продолжаем раздавать. По-по-по-по-по. Ну, у нас, видишь, уже есть закуп, поэтому башни падают уже намного быстрее. Башня на боте падает, давайте отступаем. Можно, кстати, попробовать... Давай, вот так сделаем. Да, блин, вот этого парня. По-по-по-по-по, да-да-да, мы... Выдудас, мы это сделаем. Ну, чух, я тебе дам, он мне делает чух. На, получай. Раздаем. Во. Ну что, ребят, давайте на базу. Во. О, тяжело. Значит, башня на... А, во, подожди. А, на топе тоже башня упала. Хорош. Подожди, это что там за движуха? А ну. А ну, иди сюда, мой хороший. Я тебе дам, по нашим башням раздает. А! Значит, ты вот так вот, да, со мной разговариваешь? Нихера себе ты, ушлый парень. О, продолжаем, да, двигаться вперед. Давайте пожухаем тех же самых крипов, и тогда уже можно будет сходить на тот же самый мид. Ну, да, да, давайте вот. А ну, показывай, здорово. Братан, ну ты какой серьезный парень, спасибо. Помог немного, да? А ну, получай, тварь. По-по-по-по-по, во, хорош. Так, на миду, давай, быстро. Раздаем, да? Давай, бежи. Кто там наших жухает? Кто жухает, сказал? Я по вам дам, твари. Я тебе дам. Во, так-то получше. Даблкил. Пожухали наших. А, твари. Иди отсюда. А! Давай. Раздаем. О, уже идет. Давай, мой хороший. Подойди поближе. Тра-та-та-ра-та. Подойди поближе. Тра-та-та-ра-та. Зачем, братан? Ну, стоял бы у башни-то. Ну, камон, ты чего? А, давайте продолжать раздавать. У башни уже остается очень мало здоровья. Не-не-не-не-не, братан, зачем? Это не надо. Это тебе не надо, да? Ой, братан, не хочу. А ну, раздаем. А ну, что такое? Чу! Ой, не могу. Ну, давайте, парни, подойди поближе. Тра-та-та-ра-та. Получай. Во, затариваемся приколюхами, продолжаем раздавать. А ну, кто там бегает? Кто бегает, сказал? Легендари! Ой, зачем я это сделал? Алёша, Алёшенька, ты чего? Акстись, парень. О, значит, о, зачем я? Давай, вот так сделаем. Во, и продолжаем, да? Жучим базу, тара-тара. А, не, во, подожди. А ну, показывай. Давайте с топом разберемся. Крепуши, вы где, мои хорошие? Возвращаемся, да? Блин, я понять не могу, где они бегают. Они по боту, похоже, идут, да? А хотя можно уже заканчивать, по идее, да, ребят? А ну, братан, иди сюда, мой хороший. Иди, мой хороший. Давай. А куда ты? Куда ты побежал? Вот, вот. Восполняем здоровье и продолжаем раздавать. Ага. Братан, давай, иди сюда, мой хороший. Давай. Ну. Иди, мой хороший. Нет, ты иди сюда. А, не хватает, да?
Да что ж такое-то? Парни суровые, да? Суровые сельские парни. О, продолжаем прокачивать, да? Наши приколюхи. Я тебе дам! Жучит наших! Во, давай, до свидания. А, здоровья очень мало. А, не могу. Нет, давай, давай, осторожно, да? Остаемся зимовать. Не спать. Тюнь-тюнь-тюнь. Не спать. Не, Алешенька. Бежи. О, нет, давай, ТП на базу. О, давай, он бежит. Нихера себе. Вы видели, да? Кто-то пробежал до нашей базы, начал ее жухать, и пока я сражался в матче, увлеченно, да? Кто-то взял, просто прожухал нам базу. Казалось бы, иди и побеждай, но вы видели, да? Что кто-то пробежал и начал жухать. Ну серьезно, бывает абсолютно все что угодно. Казалось бы, мы врага уничтожали, да? То есть счет 27-8. Иди и побеждай, но нет, кто-то пробежал и давай до свидания. Вот что такое значит невнимательность. Так или иначе, очень забавный и показательный матч, что никогда не стоит расслабляться, да? Ну и что будет дальше, узнаем в следующем видео. Ставьте ваши большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всего вам хорошего, позитива, удачи.